Рыхтовать чемпионов. В День народного единства урочисто открыли одновленную после реконструкции лыжа-роллерную трассу в Витебском державном училище Олимпийского резерва. Первый старт дали старшиня Витебского областного выконавчего комитета Александр Суботин и первый наместник министра спорта и туризма Александр Дорохович. Запросили на урочистости ведомых тренеров-ветеранов, которые подрыхтовали наших зорок лыжного и биатлонного спорта. Протяглость обновленной лыжа-роллерной трассы с асфальтобетонным покрытием 3200 метров. На им обсталявана напавооткрытая биатлонная стрельбища на 24 установки, стартовая пляцовка и штрафный круг. Трасса огороджена по всем периметры и обеспечена штучным освятлением. Обсталявана помповая станция. Можно брать воду с раки Лучоса для снегогенератора на пляцовце, пристосованной под выраб штучного снегу. Занимается 34 биатлониста, 16 лыжников, это только в училище. Есть еще Центр Олимпийского резерва по зимним видам спорта Витебский. Есть еще Дюшор Олимпийский, культивирующий зимние виды спорта. Это будет дом для всех этих учреждений. После введения строя в эксплуатацию данного объекта спортсмены училища будут иметь возможность качественно пройти учебно-тренировочный процесс. Ну и горожане мы планируем получить возможность организованного посещения свободного от учебно-тренировочного процесса время, особенно в зимний период, для занятия лыжными гонками. Занимаюсь 9 лет, оцениваю трассу на 10 из 10. Очень хорошая, мне понравилось. Увядение в эксплуатацию трассы дает возможность вывести на новый якостный уровень умовы подрыхтовки спортсменов навученцев отделения лыжных гонок и биатлона. У студени будущего года Федерация биатлона Беларуси запланировала проведение международных спаборництв у Кубка Федерации биатлона. Уже подали заявки на проведение в 2025 году учебно-тренировочных сборов биатлонисты из Камчатки, лыжники Санкт-Петербурга и других регионов России. У свободной от спаборництва и тренировок час трасса будет открыта для мясцовых жихаров. Для этого поширена автостоянка установы и обсталеванный пункт прокату с распрональными и санвузлами.